29 декабря 2016 год. Япония. Сайтама. Супер Арена. Японцы организовывают турнир Rising Fighting World Grand Prix 2016. На этом турнире собраны такие бойцы, как Мирка Филиппович Кракоп, Мухаммад Лаваль, Цуёши Касака, Валентин Молдавский и многие другие выдающиеся бойцы мира. В одном из поединков на этом турнире выясняли, кто из них лучше. Российский боец Вадим Немков против бразильского нокаутера Алисона Висенте, за плечами которого 25 побед в профессиональной карьере. Бразилец вышел на поединок, слегка недооценивая Немкова, и с первых секунд бросается в яростную атаку, сбивает россиянина с ног прямым ударом в голову и набрасывается, пытаясь перевести его в партер. Но россиянин быстро приходит в себя, контратакует, и на спине уже оказывается бразилец. Через несколько секунд Немков обрушивает на бразильца сумасшедший гранден паунд. Бразилец погружается в глубокий нокаут. Вот так 29 декабря 2016 года Вадим Немков одержал свою 7-ю победу в профессиональной карьере. Ну а мы желаем Вадиму дальнейших побед в карьере и самое главное, желаем ему здоровья. Ну а вы, друзья, если вам понравился наш ролик, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Нас на канале уже 584 тысячи человек. Спасибо всем за просмотр, до новых встреч, друзья!